Даже мне, в эпоху вашей сраной постправды и пластиковом мире, стыдно находиться. Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации, ущемлять гражданские свободы. Вот это лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях Нателла. Тебе явно нужен факт-чекер, который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом. А то есть грешки. Исключаю токсичных людей из своего общества. И всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. И да, главное – поддерживать талантливых людей, молодых артистов, вот космос, на которого вам, как до Луны, вы все еще ползаете, как гусеницы. Или судьба решит, раздавят вас, или из вас получится бабочка. Желаю, чтобы и в ваших глазах поселилась, наконец-таки, любовь. Ведь любовь – высокое чувство, и не каждому дано иметь крылья, чтобы подняться так высоко.